Привет, вы на канале Ваня Метелкин. Сегодня обзор будет про поезда ЕЖ-3. Начинаем. Вот, ЕЖ-3, вот видите, начал эксплуатироваться с 1973 года по 2020 года. Еще ходил поезд ЕЖ-3 кольцевой, Филевской и Арбатско-Покровской из Москворецкой линии депо Москворецкая. Все. Потом оставался на Таганско-Краснопресненской линии. Раньше у ЕЖ-3 было круглые светильники внутри салона. А вот этот вагон типа Е. Вот. Ну, знаете уже, да? Уже, если кто-то не знает, подпишитесь на мой канал. Вот так выглядит вагона ЕЖ-3. Он ходил еще Таганско-Краснопресненская, Арбатско-Покровская и кольцевой линии, Филевской линии. Вот. Но если вы не смотрели ВКонтакте, то обязательно заходите. Вагон типа Е еще, наверное, на Санкт-Петербурге остался. Вот оно. Видите, да? Вот. Вы же знаете об этом, да, ребята? Вот. Обновляться начинают с этого поезда. Поезд 1, 765, 766, 767, Москва. Все. ЕЖ-3 в прошлом году навсегда ушел в историю. Все. Всем пока. А вот еще вот. Не показывал, еще на Сокольнической линии поезд ЕЖ-3 ходил. Вот, чуть не забыл. Ну, вроде всех линиях показал. Вот, салон, если вы не видели, были кожаные сиденья. Теперь сиденья, как у Русича, 841. Все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Поезд ЕЖ-3 навсегда ушел в историю. Все, всем спасибо за просмотр. С вами транспортный блогер Ваня Метелкин. Все, всем пока.